15. Мы опять пытаемся пройти. Игра, точнее, Geometry Dash, как ни странно. Уровни, демоны и все это прочее. Дальше мы играем в другой уровень, демо, который тоже тренировал много раз уже. Нормальный уровень, оригинальный, всяких копий. Давайте его врубим, если не верите, что у меня скилл высокий. О, норма мод. Ну что, поехали. Мы запрыгнем запись. Запись работает? Да? Поехали. Первая попытка. Там. Это вообще легкое место. Тут еще скрытые монеты, блин, сложные. Самое сложное это в конце монеты. Тут, по-моему, три монеты должно быть, но я что-то третью так и не нашел. Я тут нету ее, не помню. Ладно, поехали. Аккуратно. Ох, май. Правильно подчеркнул. Вот, повторим рекорд. Там. Самое сложное. 74%. Почти прошел. Ну что-то все так просто. Это демон. Медиум демон. Не хард, а медиум все-таки. Ну. Ну что-то там. Ладно. Вроде неплохо идет. На тебя под еще раз умирать. Куб. Прыжки. Ну а чем не получилось? Я просто решил подольше подождать и нажал очень поздно. Значит, какая была ошибка? Почему я сразу ударил минимум 100? Потому что я очень поздно нажал. Точнее, отжал кнопку для выпуска мыши. В итоге врезался предприятие, как это называется, стенка, шипы. Ну или как вы хотите называть, так и называйте. Как хотите. Так, аккуратно. Мини-волна. А круто. Неплохо. Ну вот, 79%, новый рекорд. Теперь можно потренироваться в нашей штучке. Давайте возьмем сразу верите и поверьте. Ну хорошо, будем крочим. Отстойный хрень. Я. Мы сразу должны помотать туда, куда нам надо. Где? О, кстати, как раз конец. Я думал, отличное место для старпозника. Это как раз вот это место. Тут был робот. Поехали, тренируемся. Я паука взял. Вот это смешно было. Мне нужен робот. Вот так-то. Поехали. В принципе, этот темп я поймал вот тут хотя бы. Раньше было место вообще нереальное. Теперь надо с этим потренироваться. Опять сильно загнул в этом же месте. Три раза подряд в том же самом месте сдох. Слишком рано. Вот темп. И взял монету. Почему ты не допрыгнул? Oh,
Рано и поздно он дался бы мне. Но он дался. Да, помните обскуром, конечно. Тот самый обскуром. Bye.